Приднестровские археологи нашли на раскопках в Слободейском районе редкий каменный артефакт. Это сосуд ингульской катакомбной культуры. Ему более 5000 лет. В своем телеграм-канале археологи делились фотографиями артефакта. Что это? Горшок с орнаментом, а может, половинка футбольного мяча 3-го тысячелетия до нашей эры? Или самый древний грустный смайлик? Пока неизвестно. Археологи предполагают, что сосуд могли использовать для питья или еды. Но пока это только предположение. Точная информация у археологов появится после исследования, а оно может длиться до года.